нахожусь в столовой компании Венс. В принципе, классно. Я сейчас нахожусь с Радуром Алексеем, замдиректором по производству в компании Венс. И я вот обратился к компании и спросил, возможно ли узнать технологию производства и пройти экскурсию, что в принципе есть на территории компании, и рассказать вот саму технологию, как это все происходит. Сейчас я переключусь на замдиректора, и он вам расскажет. Ну, этап производства очень простой. У нас компания многоплановая, мы производим много разной продукции, но в данном случае интересовал всех вопрос переработки пластмасс. Это заготовительная операция, потому что потом из этих деталей собирается уже конечная продукция. Пластмасса у нас такая же, как у вас в быту. Чайники, микроволновки – это те же пластики. Высококлассный пластик АБС, полистирол, полипропилен. Пластики мы используем не украинского производства, это фирмы BAS, LG и Samsung. То есть высококлассные пластики, на которые у нас есть все сертификаты. У нас вчера были гости из администрации нашего города, представители областной экологии, по-моему, районной. Я уже им говорил, что в нашей технологии производства нет разрушения пластика. Вообще вредных веществ мы не используем на производстве ни в какой среде, не только в переработке пластика. Все пластики экологически чистые, нормальные пластики. Какой вы именно используете вид пластика? Ну, я могу там, чтобы было понятно, там общие две фразы. Есть два вида пластиков. Реактопласты и термопласты. Реактопласты – это те пластики, которые происходит реакция и образуется вещество. Например, как эпоксидная смола. Она по себе жидкая. Добавляем еще одно вещество, происходит химическая реакция, получаем твердый пластик. И термопласты – это те, которые под температурой начинают течь, и можно их формовать. Мы ее делаем литье под давлением, то есть нагреваем пластик до вязко-текучего состояния и потом под давлением его впрыскиваем в пресс-форму. А что вы делаете с браком? У вас же достаточно много брака? Нет, брака у нас немного. При запуске, когда новая форма запускается, могут идти там сразу некондиционная деталь. В процессе работы у нас станки современные тоже, конечно, может быть, могут происходить сбои и образовываться брак, но это небольшие объемы. Чем удобен термопласт в мире вообще? Это пластик, который подлежит вторичной переработке. Его никто не выкидывает, он у нас дробится и пускается повторно в продукцию. Не во всю продукцию. Есть детали, которые имеют лицевые, скажем так, свойства, там только первичный пластик. А внутренние детали мы добавляем вторичное сырье и используем повсеместно. У нас даже люди просят продавать им пластик, потому что вторичный он дешевле, как бы получается. И хотят делать свою продукцию на нашем пластике. Но мы это делаем не часто, потому что в основном мы используем для своего производства, потому что нам это тоже выгодно, это деньги. Выгоднее сделать свою продукцию из него, чем продать его за низкие деньги. Он не выбрасывается, если вы спрашиваете, не сжигается, то есть его никто не палит. Это деньги, их никто не выкидывает и не жжет. Очень все просто. Температура разрушения или там термической деструкции пластика – это 280 градусов и выше. Например, АБС-пластика мы используем. Температура переработки от 180 до 230-250. Он не происходит деструкции, происходит только размягчение и вылив материала в форму. Вы же нам проведете, точнее, мне, да, и конечно, зрителям, конечно, да, мы, эфир, да, мы по попадем. Территории, чтобы было понятно, что происходит. И маленький вопрос. Какие компании, помимо Венса, но они не принадлежат компании Венс, здесь вообще на территории Арксии, Искра? Я не могу точно сказать, но очень много. Там за территорией, вот сразу возле нас, по-моему, мелочи, или как там называется, Эргопак, да, владельцы, по-моему, мелочи жизни. Потом металлы мебли идут, дальше там идет въезд общий, там еще нет, там несколько компаний, насколько я знаю, разных, и я даже не знаю, чем занимаются все. И самая последняя площадка, тоже ближе всех дороги, это тоже наша площадка. Поэтому здесь Тетрада когда-то была, мы с ними тоже общались много. Был еще когда-то и РКСИ, мы, значит, когда начинали работу здесь, мы с ними тоже сотрудничали. А можете немножко рассказать про характеристики? Вот у вас была вчера проверка, жаль, что я не знал, я не мог попасть. Узнал сегодня, как и многие жители. Какие вот показатели, данные вы знаете по воздуху?
Не знаю, я могу сказать одно. То, что вот я до этого особо я не смотрю, там, социальные сети, Facebook, но как-то мне показали, что жена, во всяком случае, что есть замечания, там жалуются люди на запах, и что-то видео было, по-моему, канал, не помню, Погляд, да, снимал в Мискраде, о том, что было превышение по, по-моему, диоксиду азота. Но в наших веществах вообще нет этих соединений, и они не выделяются. А тем, кто немножко почитает интернет, знает, что выхлопные газы – это и есть как раз содержанием всех этих вредных веществ. Можно подойти на Одесскую трассу, померить там, и все сразу поймут, что такое диоксид азота и где он берется. Вы знаете, я с большинством жителей ощутил в ту ночь, по-моему, это с 25 по 26, это был какой-то кисловатый такой запах, который этапами менялся. То сначала запах пластмассы, потом запах именно как угля, немножко как металла и действительно как фармацевтика, как валерьянка, такой какой-то запах был. Вот, но, честно говоря, я не уловил никакого запаха. Вот, сплю хорошо, наверное, по ночам. Это было с часу ночи до трех, пришлось закрыть окна, но так как попало. Не могу. Но смотрите, производство наше работает там, где перерабатывают пластмассы, круглосуточно. Мы работаем постоянно. Процесс у нас не меняется. То, что я говорил, сжигание, у нас нету материала, у нас нету оборудования для сжигания пластиков. На самом деле, существует такой метод утилизации отходов, как сжигание в пиролизных печах, то есть с дожигом исходящих газов. Это когда там, в Европе, не знаю, как наша энергия киевская, когда переработка отходов идет сжиганием, то еще есть дожигание исходящих газов для того, чтобы полностью сжечь все до нуля. Любая органика, когда она горит, она выделяет два основных компонента, то есть органические соединения, это не то, что выращено в земле, там, экологически чисто, это вещества, в состав которых входит углерод и водород. То есть она разлагается, горит с образованием углекислого газа и воды, это когда полное сжигание. То есть не очень вредные вещества. Там могут быть угарный газ, процессы неполного сжигания, формальдегиды всякие, это смотри, какие пластики. Но мы таких пластиков не используем, это первое, и мы их не сжигаем. Мы только перерабатываем его путем пластикации и вылива в форму под давлением. Ну вот скажите, есть ли смысл вашей компании расходный материал, который вторичный, конечно, сжигать? Конечно нету. Мы его либо продадим, это выгоднее нам продать, потому что есть люди, которые покупают отходы сырья для своих нужд, либо мы используем в большинстве случаев для своих собственных нужд. То есть, можно сказать, у вас безотходное производство? Да, безотходное производство. Ага. Второй вопрос. В сетях и вживую люди спрашивают, что типа у вас вытяжки, вентиляторы поставлены когда-то, там старые. У вас как происходит? Я вам тоже покажу. Значит, любое производство предполагает в большинстве своем вытяжки, как минимум для даже не производства, даже для дома. Если вы там заходите, купите, может быть, дорогой или попросите компанию делать вам обследование среды воздушной в вашем доме, я думаю, что 90% людей, у которых нету системы вентиляции в доме, вот, у которых стоит металлопластиковые окна, поймут, что им жить там очень вредно, потому что превышение по углекислому газу будет 100%. Я у себя мерил, брал у наших сервисников, понимаю, нужно больше проветривать или ставить тоже себе установку, потому что превышение по углекислому газу раз было... Раз замена идет? 5 лет? Нет, смотрите, давайте объясним. У нас существует, мы изготавливаем наши продукции, одна из первых, это у нас есть такая система AirVents, это называется модульные системы, большие. Одну из первых установок, мы первую поставили, да, на цех лития пластмасс. Чтобы вы понимали, это называется общеобменная вентиляция. Она дает приток свежего воздуха и забирает из помещения, скажем, по воздуху, которым дышали, там, можно сказать, там, грязный. Так как у нас в процессе переработки вообще не образуются загрязнители вредных веществ, какая бы проверка ни пришла, не померила даже не то, что в доме где-то на улице, а непосредственно у станка, у нас она не покажет превышение по вредным веществам. Опять-таки, немножко отступление по поводу запаха и всего остального.
есть нормы санитарные, и есть такое понятие, как ПДК, предельно допустимая концентрация. Она используется для производственных подразделений, говорит о том, что если в воздухе рабочей зоны находятся вещества вредного, отравляющего ниже этой допустимой концентрации, и человек будет 8 часов в день работать в течение своей производственной жизни, по-моему, 20 лет, то это не повлияет на его здоровье. Это говорит ПДК. Если превышение, да, я, например, до работы здесь работал на предприятии, которое химическое, и у нас был первый класс опасности, мы работали с такими веществами, и я даже на пенсию пойду немножко раньше, чем все, наверное, вот из-за этого, то у нас была эта вредность официально, но на самом деле у нас не превышала концентрация эту ПДК, просто рабочие настояли, чтобы сделали нам эту вредность, потому что оборудование было современное. В старом производстве, таком советском, это было заведомо вредное производство. У нас стояло современное оборудование, у нас не было превышения норм, но работники все были еще старые советские, сказали, мы хотим вредность. То есть сейчас, на данный момент, у вас последние технологии стоят современное оборудование по вытяжке? Мы говорим, современное оборудование по переработке, а вытяжки – это наше устройство. Еще раз говорю. Да, что у вас, вы сами дышите чистым. Да, это стандартная установка. Там стоят фильтра, которые предназначены в первую очередь для защиты, чтобы с улицы не попадал грязный загрязненный воздух, как в помещение, да, допустим, для дыхания, и для того, чтобы загрязненный воздух, во всяком случае, механические загрязнения воздуха не попадали на рабочие органы установки. Там не повредили рекуператор, не повредили двигатель. Фильтра меняются, стоит сигнализатор по превышению давления, когда забивается фильтр, меняется. Но повторюсь, у нас нет вредных веществ. Это не как противогаз, когда вы меняете колбу противогаза, потому что на нее есть ресурс, и она, именно специализированная колба, защищает от каких-то отравляющих веществ конкретных. Нету универсальных, скажем так, ни респираторов, которые имеют кассеты, не противогазов. Есть специализированные колбы под каждый случай, под каждое отравляющее вещество. Разработанные, у них есть ресурс. У нас нет отравляющих веществ. У нас фильтрация стоит механическая. Ну, фильтр обычный, ну не совсем обычный, он промышленный фильтр с классом степени очистки от примесей, пыли, выех и всего остального. Потому что мы не фильтруем воздух от ядов. У нас нету ядов. Поэтому говорить о том, что у нас какие-то старые оборудования, в принципе, у нас нет ядов, нам нечего фильтровать. Это стандартная комплектация установки. Спасибо большое, так что вы мне покажете экскурсию, да, по заводу. Ну, тогда пойдемте. Что у нас происходит? И покажем именно тот цех, на который почему-то все жалуются, хотя он очень безвредный. Как я уже говорил, у нас нет никаких вредных веществ в производстве. И сырье, которое мы используем, пластик, оно у нас импортного производства, при том очень крупных известных фирм, как я говорил, это BASF, LG и Samsung. С Александром я рассказал, что я особо не смотрю и не живу в сетях. Я хотел бы рассказать о нашей компании немножко. Сейчас Боярке не только связано с экологией, но многие считают, что фирма Венс плохая какая-то. Мы довольно-таки крупный игрок в мире, и мы крупная компания для Боярки, и мы хотели бы привлекать как можно больше местных жителей, боярчан, для работы у нас. У нас достаточно работы много, и хотелось бы, чтобы все-таки поднялось вот этим интервью, небольшим такой экскурсией, поменялось немножко мнение о нашей компании. У нас хорошая компания. Повторюсь, вот мы проходили, снимали здание, это цех сборки бытовых вентиляторов. Сейчас он уже не работает, потому что он работает в одну смену. Но могу сказать, что с каждой линии, каждые 20 секунд выходит новый продукт готовый. И у нас таких линий 20. Немногие в мире могут похвастаться такими мощностями и такой технологией. Рядом со мной Дмитрий Пох, начальник цеха. Я хочу, чтобы он мне более детально рассказал про это производство. Сейчас я переключусь на него. У нас мы из гранул, мы их плавим и из этого получаем уже готовые изделия. То есть мы льем детальки корпусам, вентиляторам, решеткам и так далее. Брак у нас будет технологический, то есть это в процессе работы литники, так называемые, мы их повторно перерабатываем. Возможно, еще какие-то недоливы, серебро, ореолы, ну такие технологические моменты, которые мы повторно потом передрабливаем и пускаем обратно в работу. То есть такого брака, который мы просто выбрасываем, у нас его нету. Можете мне показать это все? Да, давайте, окей, идемте.
Как пример, мы уже видим сейчас, покажу вам переработанные гранулы с родными. Ну, вот это уже получается переработанный гранул. Видите, они неровные такие. Вот это гранулы АБС, мы их потом под температурой 220 градусов плавим и получаем изделие. Идемте покажем, какие. В данном случае мы получаем вот такое вот изделие. Изделие, где у нас есть, есть технологические, вот такой ледничок, ледник. И само изделие, которое мы потом дорабатываем, укладываем. В процессе работы вот эти леднички, мы их сортируем. И сейчас я вам покажу, как мы их повторно перерабатываем. То есть, как видите, у нас материалы фирмы LG, например. Как видите, то есть мы используем хорошие материалы. Это пищевой пластик. Здесь происходит деталька, которую мы дробим. То есть он не приходит в мешках, как видите, то же самое, АБС. Мы забрасываем в дробильные установки, они там перемалываются, и получаются вот такие вот уже гранулы. Вот можете посмотреть. Видите, гранулы, они уже фракция разная. Мы их повторно перерабатываем. То есть такое безотходное производство у нас получается. В процессе дробления, когда мы дробим, у нас получается фракция крупная, и бывает еще пыль так называемая. У нас есть пылоулавливатели, которые мы чистим, задерживают пыль. Вот сейчас я вам расскажу процесс, как мы из гранул получаем готовое изделие. То есть мы материал автоматически закачиваем в бункер. Вот в бункер поступает материал. Потом под воздействием температуры до 220 градусов материал из гранул превращается в пластифицируется в жидкий. И с помощью пресс-формы, вот есть пресс-форма внутри, которая происходит впрыск под высоким давлением. И в итоге мы получаем конечный продукт. Вот, мы его проверяем на качество, смотрим, если все хорошо, производим упаковку. Вон, видите, упаковка у нас. Была интересная экскурсия по территории Венса и по производству, как это все в конечном итоге производится. И вот хочется, чтобы вы на завершение мне еще рассказали некоторые моменты. Я знаю, что у вас очень много компаний с вами связанные, международные. Какие их требования к компании Венс? Да, вы правы, мы торгуем больше 100 стран мира нашей продукцией. Это и Америка, Япония, и даже в Китае мы продаем свою продукцию, а не как обычно сейчас происходит в мире. Требования очень жесткие, особенно когда это крупные европейские игроки, держатели торговых марок. Они просто так не работают. Долгий процесс аудитов, проверок производства. И в основном, что делают аудиторы этих компаний, в первую очередь приезжая на производство, это техника безопасности и экология. Поэтому мы вынуждены держать марку. Не то, что вынуждены, это правильно для производства быть экологически чистыми и безопасными для сотрудников и для всего окружающего мира.